Всем привет! Журнал Дзиньчжоу, том 2. И это продолжение. Давайте узнаем, какие вопросы будут задавать нам сегодня. Еще раз я покажу метку, где это все находится. В журнале это задание не появляется. Появляется только метка, когда вы попадаете в нужную локацию. Поехали! Начинаем с девочки. Вопросы надо, как я понимаю, читать и отвечать правильно. Поэтому скипать мне просто так не позволят. Так, выберите один вариант, чтобы... Ну да, я готов. Только метка пропала. Ну, поехали. Так. Мы будем использовать ваши ответы, чтобы решить... Так, окей, я готов. Каково официальное название полуночных стражей, сражающихся на передовой? На передовой авангарды, скорее всего. Да. Верно, их называли оплоты. Ты действительно знаешь свое дело в отношениях местной культуры. Какое официальное название несут резонаторы текинов в Хуанлуне? Ой, ё-моё, это что такое? Кун-кун? Паньгу? Ладно, терминал... К сожалению, правильный ответ — терминал Паньгу, ребят. Откуда я знал, я не знаю. Я понимаю, что не совсем нужно быть исследователем. Но не мешало бы узнать больше о технологиях, ребят. Понятно, понятно. Мне что, не прошел тест? Спасибо за вашу помощь. Пожалуйста, возьмите это. Небольшой знак нашей благодарности. Что это такое? Какой-то выпуск любительский. Ладно, ну, вопросов вроде бы нет, ребят. И даже я не ответил на второй вопрос. И в любом случае завершил. Но это такое небольшое задание. В любом случае, смысл, конечно же, это найти его. И... ответить хотя бы на один из двух вопросов. И, возможно, там будет и третья часть, кто знает. На этом все. Спасибо, что смотрели. Оно видео было коротким, но тем не менее, не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. И особенно на YouTube, на второй канал YouTube, ребят. Да, там есть еще и другие игры. Увидимся, пока.